Здравствуйте, дорогие зрители! Я сегодня приехал в район Кыркыджак, в люкс-проект «Софья Парк» от застройщика АКР Групп. Он почти достраивается. Двухкомнатную квартиру продает близкий друг моего партнера. Квартира находится на третьем этаже этого проекта в блоке А. Здесь у нас внизу инфраструктура, беседка, детская игровая площадка, там водопад, инфинити бассейн. Все я отсниму после того, как покажу вам квартиру. Также здесь будет сад. Состоит проект из двух блоков. Это блок А, это блок Б. Есть сауна там, крытый бассейн. Все сейчас покажем. Айдат, наверное, где-то будет 500-600 лир в месяц. Еще не определили. Вид у вас не закроется, потому что в Кыркыджаке разрешают строить только пятиэтажки. Расстояние отсюда до моря 1100 метров максимум, до воды. Рядом есть магазины, в той стороне рестораны. Это парк, который установил муниципалитет Алании недавно, где-то 2-3 месяца тому назад. Так, здесь немножко спуск вниз, 20% уклона, детский бассейн. Значит, вот это у нас балкон. В будущем можно будет его застеклить, но думаю, что не стоит. Сторона здесь южная. Квартира находится в середине этого блока. Так что зимой не будет холодно и летом не будет жарко, так как соседние здания и квартиры, стены будут нагреваться именно зимой, если они включат кондиционеры или там электрическую печку. А летом будет прохладно, также если включат кондиционер. Можно проветривать эту квартиру. Открывайте дверь, открывайте эту дверь, и все, сквозняк. Экономичная квартирка. Квадратных метров жилых здесь вместе с балконами 42 квадратных метра, 43 максимум. С санузлом вместе. А брутто 57-60 квадратных метров между ними. Высокие потолки, где-то 285 сантиметров. Гранитная столешница. Вода тоже есть уже. Шкафчики все с доводчиками. У нас прихожая. Вот можно сюда установить маленький шкаф, чтобы повесить одежду. И для обуви какой-то шкаф-то, наверное. Это у нас спальня. Хочу просто измерить спальню. Себе тоже интересно мне. Взял я измеритель лазерный. О, сейчас отмерим, дорогие зрители. Так. 3 метра с этой стороны. И вот 10,230 спальня. Алюминиевые окна, термопакет. Как его открывать? Ага. Вот вид со спальни. И у нас тут санузел. Также есть домофон. Стоит проточный водонагреватель фирмы Veito Electronic. Душевая кабинка. Здесь тоже где-то сколько квадратных метров. Ну, скажем, 3,5.
2,5 квадратных метров только санузел. И гостиная совмещена с кухней и балкон приблизительно 25 квадратных метров. Спускаюсь я сейчас вниз и покажу вам инфраструктуру. Также скажу цену в конце ролика. Здесь у нас лестничная площадка, один лифт. Так, спустился я на нижний этаж, позади блока А, у нас тоже здесь такой садик. Также есть подъем на верхнюю часть, там второй блок. Вот здесь что-то еще, наверное, посадят. Ну, пройдемся по этой части. Ухожено все, красиво. Вот вид на горы. Видеонаблюдение 7.24. Такой фасад здания. Сейчас все покажу. Сердечко тоже поставили, чтобы фоткаться. Там у нас крытый бассейн, сауна, внутренняя инфраструктура. Вот здесь у нас водопады. Вот. Тут водопадик будет летом, кажется, в основном. Зона барбекю. И зона беседки. Также детская игровая площадка. Ну, эти деревья все вырастут, все будет красиво тут. Идем через верх. А здесь, как даже есть спуск вниз. Кого интересует недвижимость в Алании, звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Заранее звоните. Здесь у нас детская игровая комната. Вот. Еще оборудование. Не поставили. Фитнес-зал. Крытый бассейн. Тут где-то 6 метров, 6 на 8. Вид на море и также на бассейн. Всех освещение. Здесь посмотрим, что у нас. Здесь вот такой джакузи. Включим-ка мы камеру. Так. Мозаики тут у нас. И здесь у нас сауна. Вот такая сауна. Что еще могу показать? Турецкий хамам. Так. Так. Тут раздевалка, санузлы. Римский парной тут нету. Подведем итог. Я сейчас посмотрю, что еще у нас есть. Открытая парковка у нас снаружи.
Или же еще и скрытая парковка. Это у нас кажется, скрытая парковка. Да, скрытая парковка. Так, повернись в эту сторону. Дорогие зрители, цена этой квартиры 69 тысяч евро. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Обставить квартиру обойдется вам где-то 3-5 тысяч евро, как минимум. Все зависит от вашего вкуса, что вы купите. Также помогаю в постпродажных делах. Веду все ваши дела и решаю, помогаю во всех вопросах. Всем желаю радости, добра, благополучия, процветания в жизни. Всем пока-пока. И солнечный Алания, район Каркаджак. Чао-чао.